О, мне сразу дали какие-то ачивки, что ли? Я только зашел. Или что это было? Что это за звуки? Зайдем, у нас все ачивки дадут, и мы выйдем. Не-не-не, ничего не... А, нет, дали Infinity Plus One Sword. Это за Зенит дали. Хи. Подожди, а у меня не написано, что ты играешь, Дима. А, я что... Я joining TDS. Я невидимый, что ли? Нет, видимо, я подключаюсь к твоему миру уже. Ну ладно. Ну-ка, если я выкину вот это и подберу. А мне дали две ачивки. Boots of the Hero и Infinity Sword. Да. А, вот settings. О, мне тоже, кстати, две дали, я и не заметил. Ну что ж, нам надо убивать императрицу, королеву слизней, Дреднарлоса, армию древних. Понятно, круто. А если я гномов просто подберу? Где у нас гном тут стоит? Ближайший. Наверху? Я не помню, но, кстати, да, вот тут стоит. Если я просто его подберу, мне дадут эту ачивку? Красная команда. Нет, не дали. Да, Андрей, красная команда. А что, подожди, что мне надо сделать? Чай, посмотрю. Вот у меня открыты на ноуте все ачивки. Как минимум надо боссов нормально убивать. Добавили. А? Их нормально добавили. Ну да, только штук 15 там. Dreadnoughtilus. Old One Army. Fly a Kite on a Windy Day, это легко. Enter a Master, короче, кладбище. Лава рыбалка. Да, кстати, ну лава рыбалка, насколько я понял, там просто можно закинуть. Да, да. Так, я сделал Quiet Neighborhood. Я просто спустился по веревке, мне дали ачивку за кладбище, потому что у нас там есть кладбище. Да. Encounter a Fairy есть. Это тоже легко просто, по сути. Так, у нас есть желатиновые кристаллы. Не, на самом деле пару чувак я не понимаю. Вот, типа, я не понимаю, Leading Landlord. А, это чтобы, короче, был один хотя бы NPC, у которой максимально счастлив. Потом я не понимаю Джоли. Джоли Джембури и Dead Man Tell No Tales. Dead Man Tell No Tales, это надо сундук открыть, который с бомбой. А то это, типа, закатить вечеринку. О, у нас принцесса, кстати, пришла, новая NPC. Откуда она вообще взялась? А, только что написали, что она пришла. И мне дали как раз эту ачивку, Lady Landlord. А где она? Она на первом этаже у нас. Прикольно. Вау. Просто у нас на шару совпало, что у нас как раз тут те NPC, которые ей больше всех нравятся. Чё она торгует? А где она, подожди? Вот тут она, вот между нами стоит. А мне тоже дали ачивку. Royal Scepter, Glass Slipper, Prince Uniform, Potted Crystal Fern, Potted Crystal Spiral, Potted Crystal Teardrop, Potted Crystal Tree. Royal Dress, Royal Tiara, Royal Blouse. Да, это все чисто Vanity. И Music Box еще есть. Короче, бесполезная. Так что у нас есть этот бэг? Как он называется? А, что, клевый. Мне ачивку не дали про лаву. Про лаву? А ты что, ты кинул? Ну да. А у тебя удочка подходящая? Золотая. Она не умеет в лаве. Тебе надо крючок экипировать. Как это золотая не умеет? Так, Золотая умеет? Нет. Нет. А что мы хотим сейчас? Давайте выполнять потихонечку ачивки. Просто мы как первым делом выполняем пальцы. FPS 10 нахуй. Чё говоришь? Я О, Jolly Jamboree. Все получили? Да. Да, кстати, если кто-то не понял, всем привет, это внезапная террария, поскольку холдсплей уже закончился, потому что вышли новые ачивки, и мы хотим их получить. Ну, по крайней мере, я. Всем здрасте. Часть из них мы уже получили. Да, так, ну да, это было показано Матрон. Это не ачивка, у нас просто говно происходит. Так, трэп честно не работает. Да. А вот чтоб ты это не снимал. Может, сдохнуть надо? Ну, попробуй. А ты точно его сделал? Да. Dead Man's Chest. Что это такое? Ты не то, походу, сделал, подожди. Что?
Кто это? Кто это? Рэп-чест. Это не он. Рэп-чест? Он читает рэп? Это вообще не то. Sandstone chest. Это не то. А что надо? Dead man's chest. Окей, okay, а что это вообще такое? Как он крафтится? Я не знаю, но я точно знаю, что у нас он был. Не надо дуть, пожалуйста. Дуть? Юрий будет дуть. Так, еще я пописенил писену. А, кстати, да, надо тоже это сделать. Что сделать? Пописенить писен. В смысле? Сказать, хорошая писена. Она же у нас на пляже, да? Она есть в подземелье в Киеве. Киев. Было у меня 93 платины. Что там в Киеве? Блин, а я был в Киеве, и ты пошнулся на пляж сейчас. Киев? Лах. Потому что ты лах. Да, при том, что на пляже ее и нету ни хрена. Ты лах. А, кайт надо запустить. Но это надо в ветерный день. Блядь. Сейчас не ветерный день? Не знаю. Ты да, я устал, я только все продаю, мне сам голову Feeling better. Почему сразу нельзя было эти ачивки подвести, я не понимаю. Я не знаю. Это какая-то очень большая глупость, по-моему. Так, я... бесполезную принцессу и ачивки. К предыдущему обновлению. Ну да, вообще. О, нашел, ну наконец-то. И мне ничего не дали за него. Вау, полезно. Так, ладно, это я оставлю. Это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Надо его взять. Если мы... Все-таки надо сдохнуть. Возможно, сейчас... Либо просто, чтобы к нему была взрывчатка подключена. Сейчас я найду взрывчатку. Надеюсь, хотя бы она у нас есть в сундуках. Да, есть, есть. Так, ладно, сейчас... Взрывчатку можно купить у Demolitionist. Не, это не такая вроде взрывчатка. Или такую тоже. Мне кажется, такая. Да. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. А как понять, которые... А, понял. Все, сейчас приду. В смысле, что? Я думал, да. Ладно, не важно. Не думаю. А, хорошо, больше не буду. Так, я пошел в пещеры проверять. Например, вот сюда вот. Поставлю сундучок. Лол, мне выпал баннер Матрона. Хэ? Он же типа как босс. Да, ну-ка. Блин. Походу надо реально, чтобы прям вот сдохнуть. Потому что ну, я сейчас даже со взрывом... Снимите свои шмотки и сдохни. Давай, знаешь, что сделаем? Я сними шмотки. Броню просто сниму. Да, я тебя собью хп, да там до 10, не знаю. Да мне кажется, я без брони и так сдохну, если прям близко встану. Вот прям вот я встану, прям вот на блок вот этот. Одиннадцать защиты. Клёво, я сдох, и мне ачивку не дали. Там 3500 хп тебе не снеслось. Да. Почему мне не дали ачивку? Dead Man's Chest. А я выбил коррупшеновый ключ. Думаешь, что он убьет нас с одного удара? Или лучше PvP включить и попиздить? Да не, убьет. Ну хорошо. У меня вот 11, а сейчас я сниму... Да убьет, он 300 с хером наносит. А давай, слушай, давай просто проведем прикольный эксперимент. Вот подожди, не делай сейчас болдер. Давай просто 4. Ты откроешь его, и я тебя убью в PvP. Это засчитается? Мне кажется, нет. Блин, давай я... Прикольно было бы эксперимент. Я попробую. Ты лучше не вставай, потому что тебя-то не засчитается. Ну-ка. Я жив остался. Окей, еще один ставлю. Открой снова. Ага. Так, теперь я снова встаю и открываю. Мне все равно ее не дали.
Что? Почему? Может, потому что нужно именно натурально сгенерировано? Возможно. Так, в чем пока еще? Может, пойдемте босса убивать? Окей, давай. Тогда в Святые Земли, получается? Да зачем тут ее призови? Да я не буду императрицу днем! Так эту... слизнилку. Так слизню тоже надо в Святых Землях. Какая разница? Так, Андрей, давай. Андрей. Ща, я играю в Overwatch. Потому что я играбельный. А, знаешь, что забыл? Я забыл бафнуться. О, винт появился. Да? Ой, кайт. Но я слышу, ветер свистит. Да, музыка та самая. We a rather blustery day. На. У меня есть, спасибо. А, окей. Тогда, Андрей его дай. У меня где-то был, но я не могу найти. Да вот он лежит, возьми. Подбери. О, это из солнечной башни. А я могу вот так. Ну ладно. Ну ладно. Ну что, тогда пошли с этой земли? Угу. Андрей, это был твой дом. Чего? Да ничего, все хорошо. Не понял. Так, теперь Виталика ждем, да? Да, я восстанавливаю дом, Андрей. А что он сделал? Что? А что он сделал-то? Кто он? А что он, Андрей, сделал с домом? Я ничего не делал. Ты ничего с ним не делал. А подожди, а зачем ты его тогда восстанавливаешь? Ну, я случайно по нему прошелся этой копалкой. А. Ну, спасибо. Да все, я подвел. Так, ну окей, тогда. Где она? Кто? Здесь. Я ее не вижу. Вау, just desserts. Я тоже получил. Да. Так, но императрицу все-таки ночью. Я не хочу напрягаться. О, у меня Blade Staff. А мне, кстати, что выпало? О, мне седло, кстати, выпало. А мне вообще мешочек выпал, да, мешочек выпал. Мне тоже седло выпало. Crystal Assassin Hood, Hook of Dissonance. Hook of Dissonance. Бесполезно. Мне тоже было ранее. Assassin Pants. Assassin Hood и штаны. Assassin Hood, да, и штаны. А зачем еще раз? Да так, по приколу. Ну ладно. Понаслаждаться своим могуществом. Помните, сколько мы мучились с этим? Прикольно, мне выпал этот... Как он там? Ножичек. Который став. О, мне выпал Queensland Mask. А это у меня места нет. Сейчас я себя быстренько освобожу. Так, ладно, давайте армию. У тебя есть этот? Да. Окей, сейчас тогда я бафнусь на этих, на стационарках. Пошли. Андрей. Да я иду. Угу. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Вот пусть вот прямо тут. Я налево. Стоп, а херли я не могу поставить, ну ладно. Ой, я, кстати, забыл про это. Значит, я не могу ее почему-то поставить, я думал, что... Хотя маны нет. Я так одну уже вроде можно было... А, это только вне события. Ну все, у меня есть. У меня тоже есть. У меня 14, если дадите мне, я тоже поставлю. Ой, я тут подобрал 14. У меня на батарее сейчас лежит 14. А подожди, ой, я, может, успею слетать купить? А, у меня нет этих. А, этих у тебя нету. Ну, я уже поставил по одной на каждой стороне. Дай мне, я тоже поставлю. Можешь мне ману дать, я поставлю. Маны нету. Я уверен, что она может дропаться, но давайте попробуем. Может. Ты подобрал? Да.
Сейчас еще две подберу, и на той стороне я тоже поставлю еще одну. О, все. У меня еще вот такая штука есть. А-а-а. Я буду просто сейчас летать туда-сюда. Ну, я решил просто выйти за границу здесь. Так, у меня еще 14 мана есть. А-а-а. Да. Так, ты 20. Всю ее там подобрал, да? Вроде да. Давай. А, да, а ты свои ставишь хреновины, окей. Хотите прикол? Я без брони сейчас это делаю, я же ее снял. Типа. Кек. Урона мало. Да, Андрей там свои ставит, огненные. У меня они максимальные вроде. Да, у меня баллисты тоже максимальные. У меня меч зенит. Вау, правда? Еще скажи, легендарный. Да. У меня все в самом лучшем перезачаре. Да. Ну, потому что мы все так делали. И, кстати, надо на урон все перековать. У меня вроде все на урон как раз и перековано. Иди подбирай мана. Угу. Так, menacing, angry. Menacing. Ну да, у меня типа того. Тоже так же все. А еще вместо щита Анха зачем-то с крючком до сих пор бегаю. А я его так и не экипировал, я просто его поставил. А, кстати, я забыл это сделать. Надо будет тоже сейчас сделать. Сейчас я вам покажу, что такое Power Ranger. О, гольфер. Ни разу в гольф не играли, кстати. Да. И они такие, мы подвезем ачивки за гольф. Угу. Подвезли 15 новых ачивок, и ни одной из них про гольф. О, у меня босс был. Еще один. Трофей, кстати, выпал. Почему с первого раза сейчас выпал трофей? Дай его повесить. Нет, дай его вешать. А, ты подобрал всю ману, да? Ну ладно. Я не знаю. Почему повесить его не могу? Их, кстати, теперь плотнее можно ставить, похоже. Так нельзя ничего... Creative Shock, да. У меня есть 5 маны, если кому надо. Так ставь. Ну, не хватает. Ну, тогда жди. А, привет, Намальда. Привет. Ой, я с пацанами уже засел, не знаю, в ближайшее время точно. О, огры. Он агрессивный. Да, да, да. Можно, кстати, реально сделать с помидорками что-нибудь. С помидорками там какие-нибудь. Ты сейчас... Понятно. А, ну можно, хоть и будет отличненько. Угу. Все, Анька. Идет. В ближайшее время закончу. Ну, сегодня, завтра. Не знаю. Так, сейчас шестая, значит, будет предпоследняя. Еще не планирую. Дома у меня много тепла. Книжный релик выпал. А мне, кстати, выпал этот Creeper Egg, который у меня есть. Это PS еще. Это у меня, который сейчас есть. Да. Так из Лунного Лорда же лучше. Они одинаковые, по-моему. Вроде нет. У меня 82 маны, надо кому-нибудь? Ща. Надо на центр сейчас будет наставить. В преддверии этой Бесси. Давайте, Андрей, ты тоже ставь все на центр. Я не могу ничего ставить, мою ману забрали. А. Иди ману возьми, Дима. У меня ее 105. Ну, потому что я вообще дал много. А у меня 0. Вообще будет жесть. Я сейчас их только наставлю. Вот, все, смотри, у нас просто вокруг этого.
Давайте, Бетси, херачим. Зачем? Ладно, давайте я херачу Бетси, вы остальных отвлекаете. Надо Бетси убить и все закончится. Нет, просто чтобы в это время нам кристалл не разломали. Они даже подойти не успеют. Ну вообще да. Все? Да. У нас даже не подамаженный. Hero of Etheria. Я получил ачивность. Да, я тоже. Так, Ariel Bane, Betsy Wings. Что там? О, нифига, нормально. Мне дали 100 медалей. А где... Мне 133. У меня 235. Так, дурачок, я хочу тебе все продать. О, у меня этот какой-то... Понятно. Так, ну-ка, удочка. Удочка у меня где? Удочка-то, блин. В удочной. А, вот она. Удочка. Так, надо, чтобы что-то поймалось, да? Нет, нет, надо просто закинуть. А, меня понятно, не я не взял бейты. У меня с собой есть, хочешь? Да не-не-не, я взял. Тут еще броня, я вон смотрю, какая-то. Ну да. Броня, валигалы. Вау. Ой, я, наверное, куплю Lightning Aura. Наверное, я слишком в маленькой лаве пытаюсь. Так, ну все, я купил Lightning Aura став. Не, что-то я за... А вот ну, теперь, да, теперь дали ачивку. Hot Reels. Ладно. Так, удочку обратно, бейты обратно. Грибоческие могу выкинуть. Так, там вроде ночь, пойдем и там мочить... Императрицу. А еще нам нужна кровавая луна. Ну это тоже можно этой ночью сделать. Да. Так, давайте тогда все тут, да, все тут, отлично. Так, я тогда выпускаю. Я выпустил. Так убивай ее. Так вы ее вот вроде... Окей. Окей. О, лаги. Добро пожаловать. Где ты, говно, животное? Она в последней фазе. Все, убили. Да? Fey Flayer. Empress Wings. Empress of Light Mask. У меня ее крылья выпали. Eventide. Вау. Господи, а, у меня такой был уже. Night Glow. А-а-а. Так, и тогда я могу кровавую луну прям сделать. Только давайте сразу... А, надо удочки те клевые. Где-то тут были. О, у меня лук выпал. Не, лук у меня выпал. У меня есть золотая тоже. А я возьму Chumcaster. Специальное для выловки этих врагов. Так, тогда я применяю. Мы полетели к океану. А зачем к океану? Вот тут вот прям рыбачим, да и все. Только я сонар не взял. Клёво, окунь. Что? Зачем? Кто? Ну ты, мы-то здесь. А кто сделал? Ты? В смысле я? В прямом. Зачем ты все еще там? Ты, походу, ты убил случайно одну из этих хреновин? А, охрененно, я даже не видел этого. Так надо было сразу валить оттуда, мы тут уже рыбачим в кровавой луне. Ну я что, знал что ли? О, еще одна слеза выпала. Не, ну если бы ты слушал, чем... О! Все. Don't dread on me. Всем дали? Нет. Ну что ж, нехер было. Почему все как обычно?
У меня один бит. И все, больше нет. О, Андрей, бей! Только один. Ну, оптимизируй. Все, дали. Отлично. Оптимизируй его, все. Там такое свойство, нажимаешь оптимизировать. Займусь попозже. Так. Что у нас осталось? Да. Давайте посмотрим. Надо кладбище устроить. Кладбище есть, спустись вниз, просто по шахте эти дадут. О, три ачивки всего осталось. Это гном, фея и сундук. Насколько глубоко? И это все, мне кажется, лучше в новом мире сделать. Да просто спускайся, тебе дадут. Короче, я тут прочитал, эта ачивка с сундуком, она работает только в синглплеере, к сожалению. Такой вот баг. Тупой. Но все равно сейчас надо новый мир делать, чтобы получить фею и гнома. А потом. Что, неужели в этом мире нельзя это сделать? Ну я не знаю. Можно, конечно, попробовать. Кажется, ну ладно. Просто у нас тут опять затмение. Ну я вижу. Не, ну давайте. Ну новый мир, у нас же есть несколько миров. Ну да, давайте сейчас тогда что-нибудь сделаем. Кто на карте делает отметки? В смысле? Можно на карте делать отметки. Смотри, Виталий, я вокруг тебя делаю отметки на карте. Не, это не тот лютый щит, где ноги ему... Нет. Вроде. Так, ну вот это дерево, когда я зашел, оно беспонтовое. Так, я зашел, все, можете подключаться, я приглашение отсылаю. Тут еще музон из Otherworld. Да, тут две системы деревьев, где их помногу. 6 и 5. А, три системы деревьев. Давай в красную сразу, не забывай. Так, справа или слева? Справа две системы, слева одна. Вот одна. Нам желательно всем вместе, чтобы... Да, взять... Андрей, давай, прилетай. Музон. Допустим. А, тут, конечно, шансов больше встретить. Намного. Тут очень много шансов. Да, вот, я там же. Дикий мир. Как-никак. Пожалуйста, пусть засчитают. Он в камень должен превратиться, то есть мы его должны. Но он туда... еще не под ветками. В смысле, он под ветками еще. Подожди, вот. Может это именно солнце должно быть? Наверное. Походу. Блин. Таймсет пропишем. Давайте его застроим. Нет, никаких таймсетов. Давайте его просто застроим. Только зомби, давайте, пожалуйста, не бейте. Все, давайте просто застынем над ним. Не надо никуда двигаться, застыньте да. Над ним. Андрей, пожалуйста, взлети в воздух. Как? Сука, блядь. Подожди, что произошло? Ты опять его убил, ты чем-то стрелять стал. А, конечно, у тебя танк. Блядь, я хотел взлететь и зависнуть. Какого? Да я забыл, что у меня танк, ну алло. Да где мой корабль? Искать еще одного. А, все, он тут, он тут, он тут, он тут, он тут. Нет, ты не понял, зайди тоже туда. А. Я не могу туда зайти. Подожди, он все. Там. Все. Блин, он прыгает. А, что ты делаешь? Он выпрыгнул. Он туда и не запрыгивал. Он пошел обратно. Стояночка. Давай, иди. Все, теперь ему некуда деваться. Да. Да, тогда. Нет, не делай так! Я убил глаз. Да насрать, не убивай глаз. Пусть живет. Он забрал деньги. Я пока расчищу листву. Мне кажется, это не обязательно. Да насрать на наши деньги, мы игру прошли. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас звезда падает и убивает. Хелиофобия.
Yes, осталось совсем чуть-чуть. Осталось можно собрать, феечку да? Найти. А почему он стал садовым гномом? Так он... Ну, потому так что... это работает. А он больше не станет обычно? Нет. А его можно собрать? Да. Мы же его у нас он даже на арене, мы его использовали для битвы с боссом. А, у меня нету молота, понятно. Так, я пошел вниз. Я тоже пошел вниз. Куда вниз? Да в пещеры просто, искать фей. Вау, у меня есть деревянная броня. Отец мог бы взять меня с собой. Андрей в конце игры, вау, у меня есть деревянная броня. Ой, я нашел, кстати, сундук, я сейчас даже вот проверю. На всякий случай, просто. Может, не сдохнуть. Не, я сдохну 100%, потому что я убрал броню. А я, кстати, ее поставлю. Ну вот, я сдох, и ачивки нет. Это надо в синглплеере делать. Мы не собираемся их убивать, мы просто собираемся... Кто это сделал? Смерть. А, я получил феечку. А, да? Да, все, у меня... Стой. Где она? Исчезла. Уже? Она испарилась. А, она до сундука потому что дошла, блин. А я нашел сундук, потом появилась сеечка. А, нашел сундук. Она к нему подлетела и исчезла. Причем она за секунду до того, как ты при ТП-шнулся. Дик. 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 Ладно, попробуем в джунгли. Будут интересные ящерицы, это хардмоды спаунят. Да. Я слышу их. Лол, а можно ли голема призвать? Не знаю. Да, слушай, они спаунятся. Да. Так, я что-то... Нашёл! Фея появилась. Иди сюда. А я получил ачивку. А, да? Отлично. Hey, listen. Да. Подожди, знаешь, что... Party girl. А так можно разве? Я только что на Вики прочитал, что да. Их можно ловить вроде которых на поверхности. Тут есть Pogo Stick. Pogo Stick? Да. Где ты нашел? Я купил его. Ну-ка. Да, все. Покажи. Ну, молодцы, мы закончили. Секундочку. Прикол. Да ладно, на нем можно вращаться. I was among the flowers. Among the flowers. А что вы делаете? Это прыгалька. Кекна. Bee. The bee. Да. Ну что ж, осталась одна ачивка, которую нужно получать в синглплеере. Pogo Stick? Dead Man Tell No Tales. Я не буду ее получать, не менее. Dead Man говорит Nautilus. Хорошо. Как скажешь. Версия мне больше тоже нравится. А вы, кстати, заценили мой костюмчик? Да, грибоческий. Я грибоческий. Да я, кстати, эту хрень я хочу тоже попрыгать. Я продал. Да не ты. А я ее выкинул. Она у тебя экипирована сейчас. Дима, сейчас я открою видео накину. Да что, можешь купить себе, ну сейчас. А где она? У кого? На, я выкинул ее. А, у Party Girl. Так, я подобрал ее? Не знаю. Я что-то не помню. Нет, я ничего не подбирал. Все, мы закончили, да, получается? Не, ну мне еще одно надо получить точно. Так вот тебе цензуру в видео. А что ты делаешь? Кровическую. А, клево. Ты мне зачем ты дал в полости? Вот, ну просто у меня места не было. А ее вместо этого... Вместо... Да, вместо пирата. Ой, теперь я ее подобрал. Не, ну тогда ты тоже возьми, чтобы у тебя тоже зачем? Было. Просто так. Нет. У меня есть вот это. Подожди, а как на ней вращаться? А, как-то в бок в один. А. Блять, если все-таки взял, то я не хочу эту погостить, не нужна она мне.
Так, ну все получается, летсплей официально окончен. Но я все-таки получу еще то. Да... Ну, хорошо, ты в синглплеере получишь, я тут при чем? Ну ладно, для тебя окончен. Для меня нет. Ну что ж, а? Да, я тоже думаю, может быть, а? Ну, давайте ухожу, тогда вы, а? Тогда вы можете покашиться. А я в Оверлорда хочу поиграть. Я в АПК ухожу. Ну тогда давайте по келке. Дорогие подписчики, нежно обнимаю вас, целую вас. Всем спасибо, что вы смотрели это все с нами. Я стараюсь сделать максимально сексуальный голос. Мы прошли и получили все achievements. Всем спасибо, пидорас. Все, пока. Привет мамкам передавайте. Все, кроме Рушана. Ему не надо передавать маме привет. Вообще, все посвящение это я посвящаю Рушану Ахтямову. Все. Итак, ну что ж, я в синглплеере, снова в нашем основном мире, как видно, и сейчас я получу последнюю ачивку, потому что она почему-то не работает в мультиплеере, это, конечно, очень стрёмный баг, и даже спустя один хотфикс его не исправили, это, конечно, печально, но что поделать. Как-то получить её я хочу, поэтому... Здравствуйте. Dead Man Tell No Tales. Да, 104 из 104, 100% достижений. Да, не знаю, зачем я так открыл, но в любом случае. Ой, это все еще это тупое затмение. Да, так себе. Но в любом случае, на этом прохождение уж точно заканчивается, потому что... Как бы, а тогда оно закончилось, но честно, закончилось окончательно, потому что вышло обновление с новыми достижениями, и мы их все получили. Поэтому все, тут больше, ну, конечно, может еще что-нибудь выйдет с какими-нибудь там нововведениями, с каким-нибудь, но это маловероятно. Это вроде последний был контент-апдейт. И вот, поэтому все, сейчас это прохождение с уже 99% вероятностью заканчивается. Поэтому все, всем спасибо за просмотр всего этого вот безумия, которое тут происходило, и всем пока!